Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. Так, ну что же, мы с вами остановились здесь, затерянные джунгли. На пути к Маква-Урку джунгли становятся все опаснее. Как будто нам было мало запутанного лабиринта из корней деревьев и хватоцветов, никогда не знавших солнечного света. Что-то более мрачное таится в чаще тропического леса. Солдаты чувствуют, что их преследует нечто из потустороннего мира. К тому же вызывают тревогу завербованные нами некроманты. Однако то, что они противостоят планам лорда Малагара, лишь подчеркивают крайнюю необходимость его остановить. Вот так вот. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас здесь за миссия. Так, башня мага 4 уровня. Это нам дает башню некромантов. Имеет высокую скорость и может воскрешать трупы павших врагов. Отлично. Так, ну что, пиратик, иди сюда. Так, кто у нас тут, ребята? Тарантулы будут и дикари-воины. Тарантулы. Так, ну что, сюда я поставлю, наверное, бомбарду нашу. Для начала, да? Там тарантулы. Значит, сюда мы поставим с вами лучников. И вот сюда тоже, я думаю, надо влепить лучников. Сюда, конечно же, поставим казарму. Пускай стоят, улучшим на один разочек. Так, а сюда кого? Давай мага, наверное, влепим. Вот так. Ну и башенку, наверное, другую прокачаем. Ну что, поехали, ребят, давайте смотреть. Так, значит, здесь у нас пойдут тарантулы. Это, кстати, неплохо. Мы сейчас сможем, наверное, с вами немножко заработать деньжат. Я на это надеюсь. Давай. Ты бомби там давай. А не магию свою применяй. Так, 150 монет, чтобы улучшить башенку, да? Смогут, успеют? Да, успели расстрелять. Давай-ка, наверное, вот этих лучников тоже, ребята, улучшим. Черт подери, они идут. Они идут. Они уже подходят. А ну-ка, наказываем. Отлично, ребята. Так, вот это местечко, я думаю, нам нужно будет освободить. Потому что у нас, грубо говоря, здесь ничего нету. Так, смогут они справиться? Непонятно пока. Ладно, давай попробуем сами здесь разобраться. Главное, чтобы тарантулы не прошли. Так, пока неплохо вроде бы все идет. Так, давай сюда перейди и бомби. Так. Здесь никаких... Ох ты! Это еще кто такой, ребята? Хе-хей! Да, ребята, это у нас хищник. Фига он там спрятался. Так, ладно, давай сюда переведем. И смотреть нам нужно, что дальше. Так, тарантул, королева джунглей. Кстати, это плохо, что королева джунглей. Это же, ребята, будет свои сейчас коконы, да? Вылуплять, и, соответственно, из них будут очень быстрые такие паучки появляться, которые довольно быстро бегут. Ну, попробуем противостоять им. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то вас тут как-то слишком многовато, по-моему. Давай. Капитан, разбирайся с ними. Нормуль. Так, что нам лучше с вами прокачать? Давай, наверное, вот эту вот башню, да, лучников прокачаем. Хорошо, пока. Пока все отлично, ребята. Я пошел на фарм денег. Деньги нам нужны. Давай, лупи там по всем. Зарабатывай нам финансы, господи. Улучшаем мы эту башню. Так, подожди-ка, что-то мне не нравится здесь. Нет, не пройдут. Пошли на перехват. На перехват этих тарантулов. Мы не должны никого здесь пропускать с вами, ребят. Так, нам нужно 220 монет для того, чтобы улучшить нам бомбарду. А нужно ли нам ее улучшать? Я думаю, нужно. Так, дикарь-охотник и дикарь-воин-шаман земли. Понятно. Давай сюда тогда. Оп, тихо, нет. Это плевуны. С ними пускай башни разбираются. А вот с теми уже можно будет подраться. А сюда лучше не суваться, потому что они нас быстро ядовитыми дротиками забомбят. А вот теперь, да, теперь можно влезть в бой, как говорится. Я думаю, что вот сюда нам надо... Давай еще лучик. Опа, тихо, родные. Ты посмотри. Они проходят. Ну, одного наказали. Шаман земли. Так, улучшаем башню.
Вот так это будет выглядеть приблизительно. И нам нужны, кстати, метатели топоров, ребята, чтобы мы смогли с вами рассеивать магию здесь. Вот что я тебе хочу сказать. Ты посмотри, какой он крепкий. Прикинь? Вот так вот, ребята. Вот такие они крепкие, эти шаманы земли. Потому что они под защитой магии. Нам нужны метатели топоров. И желательно срочно. Так, кто у нас там полетит-то? Я. Ага, осы. Слушай, ну это круто. На осах можно немножко подзаработать. Вот так мы встанем с вами, да? Кстати, башню магов. Там же нам доступны некроманты. А если некроманты, то мы с вами можем оживлять трупиков, да? Давай-ка мы, наверное, с вами прокачаем. 300 монет нужно. Ладно, я надеюсь, сейчас мы с вами накопим здесь. Раз, два, три, четыре башни. Маловато, наверное, будет, да? Может быть, вот здесь освободить местечко? Поставим сюда еще, наверное, одну башню с вами, да? И будет самое то. Все, что ли? Так, дикарь-воин и дикарь-охотник. Плюс знахарь. Ха. Ну давай. Да елки-палки, опять эти ребята плевуны. Отходим. Нет, хотя можно... Зачем отходить-то? Можно вот с этими-то разбираться. С этими мы будем с вами разбираться. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, эти чудики, я помню их. Ух, сейчас что будет? Они сейчас превратятся вот так вот в монстриков. Да, ребята. Мне пришлось так сделать. 300 монет. Да как же вы долго их расстреливаете. Господи, иди сюда, капитан, будешь помогать. Ага. Совсем немножко осталось. Давайте, наверное, мы с вами башню некромантов сделаем. Так, опять эти плевуны здесь у нас. Хе-хей. Так, а почему мы не оживляем трупы, я не понял. А, нужно, чтобы они... Вот, вот так вот, да, скорее всего. Эй, скелетик встал. Отлично, значит, мне туда нужно бежать. Давай, бомби, пират. Да ты деньги зарабатывай мне, господи. Что там у нас? Дикарь-воин, шаман земли. Знахарь. Ага. Нам нужно, ребята, в обязательном порядке с вами сделать метателей топоров. Кровь из носа. Где будем? Наверное, вот здесь вот, да, делать? Скорее всего, да. Так, смотрите-ка, скелетики у нас тут есть. Они будут нам здесь помогать. Так, смотри, мой капитан просто рвется в бой. Молодец, красавчик. Заодно и деньги фармит. Метатели топоров. Вот так вот мы с вами это сделаем. Ой-ой-ой-ой, опять. Слушай, мы не успеваем, ребята, их подбить. Вот в чем проблема. Надо его уничтожать, он очень сильный. Своими силами, как говорится, не справимся. Ну, вроде бы неплохо. Так, рассеивает любую магию. Да, вот это мы с вами изучаем. И, кстати, нам нужно с вами сделать уже нормальных рыцарей. Что это у меня за голодранцы здесь стоят? Я не могу понять. Так дело не пойдет. Так, это, конечно, хорошо, что ты там шаманишь, капитан. Но ты должен бомбить их. Так, иди сюда. Метатели топоров. Видите, ребята, рассеивают магию, и он без защиты. И когда он без защиты, он легко, да, погибает. А вот тут уже под защитой, поэтому все, сняли. Так, а это ослабляет врагов и увеличивает весь получаемый ими урон на 40% на 3 секунды. Кстати, это тоже неплохо, поэтому нам нужно это сделать. Давай. Отличненько. Так, пока все хорошо. Что я хотел сделать, ребята? Я хотел улучшить казарму. Что тут у нас? Летучий всадник. Я помню этих, ребята, летучих всадников, потому что в этот уровень я уже пытался как-то играть. Ну, эти вороны мы сейчас быстренько подобьем. Нам надо вот сюда еще, наверное, поставить башню лучников, скорее всего. Тарантулы идут. Эй-эй-эй-эй, главное, чтобы эти вороны не пролетали. Да куда же ты так далеко-то побежал, эй? Давай, бомби их. Так. Нет. Нет. Расстреливайте. Не успел. Или успели? Погоди. А где моего пирата уже нету? Ёпрст это, ребята.
пирата бомбанули, ты прикинь? Ну, капитана я имею в виду. А как так быстро его умудрились забомбить? Что-то я, честно говоря, даже пока тут отвлекался. Вот он, иди сюда, пират, иди обратно. Нечего там стоять тебе, любоваться на них. Так, вороны не пролетят. Паучки не должны пробежать, ребята. Бомбим, 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 бомбим. Посмотри, сколько их здесь. Ай, один, наверное, сейчас пробежит. Где пират мой? Фух, успели отбиться. С горем пополам, кое-как. Что здесь надо? Рассеивать любую магию. Подожди ты с этой магией, сейчас пока не до этого. Давай улучшать вот эту бомбарду, я думаю, да, ребята? Опачки, уже гориллы. Сейчас, ребята, пойдут гориллы. Готовимся. Так, тут очень много летунов будет, да? И это все вот это вот в совокупности. Вместе. Сейчас будут мои стрелки отвлекаться, и эти вороны могут, ребят, спокойненько здесь пролететь. Нам это не нужно. Блин, достоялся, дуралей, а? Нафига ты там стоял, вот скажи мне. Так. Не было, да, как говорится, печали. Мне придется, ребята, вот так вот сделать. Пока мой капитан там оживет, елки-палки, сколько времени пройдет. Горилла идет. Вы гориллу-то будете бомбить-то или нет? Она же проходит. Капитан, ты сможешь справиться с ней, а? Пожалуйста, справься с ней, будь добр. Ну ты посмотри, как они жестко и быстро, ребят, бегут. Сейчас, сейчас, нет, успели. Я думал, сейчас опять это чудовище тут появится. Так, постройте 150 башен. Получил я, ребята, достижение. Это, конечно, все хорошо. Так, отойди, ты же видишь, что там мешают они. Нет, ребята, плевуны не должны пройти. Что там, убейте 30 паразитов или жнецов. Сделали мы это. Вот так вот. Фух. Так, кто у нас тут? Гигантская оса. Со всех сторон шелеосы полетят сейчас. Ой-ой-ой. Ладно. Куда мы пойдем, ребят, с вами фармить? Наверное, вот сюда. Да? Будем деньги зарабатывать с вами. Ну. Капает монетка. Хорошо. Что нам нужно с вами сделать еще? Я думаю, надо прокачать нам вот эту вот бомбарду. Гномья гаубица. Если успеем, конечно же. Хе-хе, паразиты, захотели пройти. Не тут-то было. Слушай-ка, а знаешь, для чего нам нужно здесь вот это, ребята, гаубица? Чтобы вот эти вот паразиты могли сгорать. Иначе они нас тут достанут просто-напросто. Что-то как-то у нас кисло идет фарм, если честно. Вообще кисло. Да что же вы опять-то бегут один за другим? Давай, давай, не прошли. И, а откуда здесь-то взялись? Ты чё? Прикинь, на пирата, да, напрыгнула. Так, что у нас тут? Тарантул. Королева джунглей. Очень много, ребят, королев джунглей здесь будет. Блин, сейчас достану своими этими яйцами. Своими коконами. Нам нужно срочно бомбарду прокачивать. Так, я пошел сюда. Буду здесь стоять. Денежку зарабатывать себе. Давай, давай, пиратик. Отбивайся как можешь. 400 монет. Совсем... Во! Отлично, ребята. Оу, они еще сверху ползут. Вон они откуда, ребята, идут. Понял? Отлично, сейчас хорошо получилось. Очень хорошо. Задерживаем этих тарантулов. И бомбим их. Так, 300 монет. Сила горнила. То, что нужно. Опа, а как это вы тут, охламоны, проходите? Блин, с этой стороны еще бегут. Не было печали, как говорится. А почему мы отравленные? Мы, ребята, были отравлены. Так, давай, наверное, улучшать наших стрелков. Пошли туда. Так, ребята, это 10-я волна. Вот что я тебе могу сказать. Еще 5 волн у нас впереди. 5 волн. Так, не пробегут, я надеюсь. Не пробегут.
Есть. Опа, тихо. Задерживаем здесь. Так, мы прокачали, да, но только лишь на один уровень. Второй уровень. Замечательно. Так, дикарь-воин, шаман духов, шаман земли, знахарь, две гориллы. Тут летучие всадники. Блин. Что будем делать? Я даже не знаю. Сюда что-нибудь влепить, что ли? Я без понятия. Так, давай, пошли на фарм. Нам нужны деньги. Нам нужно много денег. И очень много, ребята. И за короткий промежуток времени. Что, опять? Ты ничего себе, там целая армия ползет. Расстреливаем. Не любуемся на них. Хорошо. Вот сейчас, кстати, очень было прикольно. Так, пират, уйди оттуда, потому что могут тебя там забомбить сейчас. Заградительный огонь прокачиваем по одному уровню. Хотя бы, ребята, чтобы они могли бомбить. Да вы достали уже. Горите, 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 горите. Эть, никто не добежал. Слушай-ка, надо нам, наверное, здесь вот так, ребята, сделаем метатели топоров. Горилла ползет. Там, ребятушки, горилла ползет. Так. Призывает всадника смерти. Слушай, а может быть нам призвать одного, а? Так, вызывает всадника смерти ужасное существо, чья аура усиливает скелетов поблизости. Слушай, вот это неплохо было бы. Да, только денег не хватает. А теперь, хватает. Ну что, ребята, пока вроде бы неплохо справляемся. Горилла не пройдет. Заградительный огонь от наших башен офигительный. Да сколько же вас. Вот. Вот это, ребята, имба. Вот это имба. Так, и давай, наверное, мы прокачаем с вами немножечко наших тамплиеров. Сейчас, кстати, наверное, будут и пауки идти, и вот эти вот чудики вылазить. Мне почему-то так кажется. Они не дадут нам тут спокойно жить. Что-то как-то ты не там, где нужно стоишь. Вот сюда вставай и зарабатывай деньги нам. Этот пират у меня, знаешь, как этот, кормушка. Оу. Тихо, тихо, тихо. Тут слишком много вас. Так, надо, ребята, их бомбить. Смотри, паразиты бегут. Но не получилось у них ничего. Так, можно, ребята, вот так вот прокачать. И вот здесь вот башню. Все, горилушка не дошла. Опять они идут, а? Ты посмотри. Слушай-ка, мы успеем здесь вообще все это дело задержать? Ты посмотри, что происходит. Со всех щелей, кто только может, ползет. Бомбим, бомбим, бомбим этих чудиков. Не должен никто пробежать. На лицо села такая, знаешь, как этот. В фильме-то, помните, Чужой? Там была такая фигня, на лицо тебе нацеплялась, а потом из тебя фигня вырождалась там. Так. Круто. На самом деле все очень хорошо, ребят. Скелет-то воюет. Кстати, смотри-ка, неплохо он дерется. Давай-ка мы прокачаем чуму. Увеличивает дальность и время действия чумы до 5 секунд. Даже так. До 5 секунд. И заградительный огонь. Так, увеличивает радиус атаки ближайших башен на 10% и дает этой башне шансы критического удара равный 5%. Кстати, это нужно прокачать на самом деле. Вот так вот. Чтобы мы могли издалека бомбить. Мне не нравится вот эта вся шарага, которая тут у нас прет. Нет, я не буду пока тратить. Может быть, так сможем расстрелять их. Или придется потратить. Бомбим, короче. Да чтоб тебя. Ребята, опять, эти чудики у нас тут бегут. Так, вы давайте бомбите и воронов, и всех. Не отвлекаемся. Ну, приходится вот так делать. Смотрите, ребята, чума довольно неплохо их жарит. Надо, наверное, еще. Да на всю прокачаем, да? До 6 секунд будет действовать чума. Вот это мне совсем не нравится. Это мне совсем не нравится, что они подходят сюда. Блин! Давай, 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 расстреливаем, отлично. Слушай, ну неплохо мы с вами тут стоим.
Неплохо держимся. А вот то, что здесь гориллы и летающие эти, это плохо. Успеем ли мы здесь с вами? Давай-ка вот так отвлечем эту гориллу на какой-то промежуток времени. Пират мой упал, ребята. Приходится вот так вот тратить. Фух. А почему пираты так быстро забомбили? Я не понял вот этого вот юмора сейчас в данный момент. Так, ребята, сейчас будет у нас 14-я. Это предпоследняя волна. Давай, пират, быстрее воскрешайся. Ёлки-то-палки, вот он. Так, чуму по полной. Всадника смерти тоже по полной прокачиваем. Ай, как мне нравится, а? Вот здесь, наверное, я, ребята, освобожу местечко под... под рыцарей, наверное. Но не тамплиеры здесь у меня будут стоять, а уже наши воришки, которые тоже зарабатывают нам деньги. Да вы достали тут постоянно выбегать-то уже, а? Серьезно говорю. Так, что-то тут вообще плохо все. Ёлки ты палки. Давай. Блин, ну, гильдия убийц. Вот, сделал, успел. Смотри, как они стараются, ребята, пробежать, но ничего у них не получается. Гильдию убийц нам тоже нужно прокачать, особенно на карманную кражу. Я думаю, это в первую очередь нужно сделать. Ну, вот так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что-то тут, ребята, мы с вами сдаем позиции, вот что я тебе хочу сказать. Отравляем, что только мы не делаем с этими чудиками. Ты подожди, они даже на скелетов могут напрыгивать. Прикинь, напрыгивают на скелетов, а он уже и так мертвый, поэтому из него ничего родиться просто не сможет. Чего? Ёлки, ты посмотри, сколько тут горел, ребят. Давай, 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 родные мои, жарим. Бомбим, никого нельзя пропустить здесь. Сейчас капитан мой, наверное, тут отдуплится, ребята. У меня магии нету, я ничего не могу сделать. Да ёпрасоте, ну... Неужели выдержали? Выдержали мы с вами эту атаку. Фух. Слушай, ну в последней тогда будет волне, там я, наверное, вообще боюсь, жесть полнейшая. Так, что нам с вами сделать? Давай поставим мага вот сюда вот. Я поставлю сюда мага и прокачаем его уже, наверное, до башни архимага. Слушай, да, я думаю, так, наверное, будет лучше. Потому что у нас есть с вами башня некромантов. А вот этой башни пока еще нету. Ну, есть. Не пропускаем никого. Фух. Ты посмотри, ребят, оу. Сейчас, по-моему, тут наплодится у нас очень много чудиков. Я этого не должен позволить. Почему землю не подожгли сейчас? Ну, нормуль, справились здесь, отлично. Так, давай, наверное, вот так вот сделаем. Зачем я продал башню турнила? Ребята, я этого не хотел делать. Это чисто случайно, я нажал, блин, нечаянно нажал. Вот сейчас из-за этого я могу пострадать. Башню просто хотел закрыть, а получилось, что я ее продал. Вот так-то. Где мой пират? Мой пират уже давно отдуплился. Все, я понял. Его нет уже в живых. И ресаться он не собирается. Да? Так. Задерживаем этих охламонов здесь. Пират, куда ты бежишь-то? Куда ты бежишь-то? Прям в пекло побежал, да? И опять, ребята, его уничтожили. Убили. Это вот эти вот плевуны все сделали. Все мои тамплиеры валяются. Гильдия убийц практически вся вымерла. Так, давай, давай, заградительный огонь. Ну, выстоим здесь. Так, хорошо, пока все нормально, ребята. Под контролем у нас гориллы прут. Ну, мы давайте здесь немножко... А, я же архимага хотел, елки-палки, забыл совсем. Вот, нужно прокачивать вот эту магию. Да успокойтесь, вы со всех щелей прут.
Нет, 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 не должны никто. Где? Пират опять отдупился. Да что ж ты будешь делать? Что ты такой ватный-то у меня, пиратишка, а? Капиташечка. Так нельзя делать. Герой тоже мне называется. Неужели это последняя горилла была? Да, ребята. Ёп, красоты. Ну и уровень. Фух, на 3 звезды. Как оно и должно быть. Так, улучшение у нас. Так, что мы с вами можем улучшить? Так, увеличивает урон артиллерии. Да, это будет оптимально. И у стрел магов есть шанс игнорировать сопротивление магии. Вот так вот. Так, ну что, друзья, мы с вами куда-то вот сюда перебрались. Хм. Ну что ж, давай посмотрим. Маква-Урку. Окиньте взглядом древний город Маква-Урку, где живет племя людоедов, ставших нашими врагами. Слышите боевые барабаны и мрачные шаманские напевы, доносящиеся с вершины горы. Чувствуйте жар опасного вулкана, являющегося их местом силы. Чтобы добраться до нашего страшного врага, сначала мы должны одолеть силы Маква, защищающие город. Хорошо, что наши гномы-инженеры и их родственники-карлики-умельцы приготовили мощный механический сюрприз. Хм, какой интересный сюрприз. Ну что, ребята, в бой? Артиллерия 4 уровня, боевой мех Т-200, мобильная управляемая артиллерия с большой скорострельностью. Так, что у нас здесь? Дикари-охотники и дикари-воины. Это ихняя деревня, я так понимаю, да? Какой-то вулканчик тут у них, жерло. Так, ну что же, приступим. Давайте, ребята, наверное, сюда мы поставим бомбарду. Сюда лучников. Естественно, из лучников мы будем с вами делать топор-метателей. Так, у нас с вами одна дорожка, да, которую мы должны с вами защищать. Хорошо. Так, здесь нет ничего прикольного такого? По-моему, нету, да? Пока. Никаких достижений, никаких анчивок. Так, лучники. Лучники — это, конечно, все хорошо. Дикари-воины. Хм. Сюда нам нужно поставить, наверное, я думаю, защиту. Да? Сделаем вот так вот. Так, сюда, я не знаю, тоже, может быть, лучников понатыкать. Я больше уверен, что здесь опять будут осы. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, а магов-то, магов я забыл, ребята. Ладно, пускай здесь будет маг. И вот здесь. Наверное, все неправильно сделал я, елки-палки. Не так, как нужно. И еще лучников. Так, и прокачаем, наверное, вот эти вот первые башенки. Вот так. Ну что, давай приступим. Ой, тихо-тихо-тихо, там плевуны. К ним лучше не идти. С плевунами разберутся мои лучники. А мы с вами вот сюда вот перейдем и будем здесь разбираться вот с этими олухами. Ну. Так. Давай-давай, бомби. И будем потихонечку улучшать наши башни. Потихонечку, не спеша, ребят. Так, 15 волн здесь будет. Ой-ой-ой, а их все больше и больше и больше становится. Тыч, не убежал, подстрелили. Так, давай, наверное, вот здесь улучшим. Так, нам нужно с вами улучшить, ребята, стрелков до метателей топоров. Потому что пока дикари идут, потом наверняка побегут шаманы. Ну как это, ты не подбил его? Давай добивай его. Ать, не успел. Так, шаман земли, ну вот и дождались мы, ребята. Шаман земли пойдет сейчас. А мне не хватает. А мне не хватает финансов. Так, да и магов нужно прокачивать. Твою же налево. Две дорожки, им так легко, да? Они прут со всех щелей, а мне тут защищайся, называется. Как хочешь. Ну, и эти у меня не прокачанные, господи. На них особой надежды нету, если честно. Они просто их сомнут своей силой. Так, ребята, шаман, которого фигушки так пробьешь. Я не знаю, может быть, магию использовать. Или как нам с ним справиться-то здесь.
Смотри, проходит, а. И пофиг ему на все. Даже маги не берут. Блин, придется тогда так сделать. Я этого не хотел. Честно говорю, не хотел. Так, что нам сделать? Метатель топоров. 230 монет, нам не хватает. Нам с вами не хватает. Я, знаешь, чего боюсь здесь увидеть? Это, ребята, вот этих вот вражеских некромантов, которые будут воскрешать трупов. Это самая вот фигня. Потому что они будут идти и постоянно их воскрешать. Ладно, попробуем. Давай сюда быстрее, иди. Так, хорошо. Может быть, нам вот сюда тоже бомбарду влепить, а? Как думаешь? Хорошая это будет идея или нет? Я влеплю, ребят. Идут, проходят. Ну давай, иди сюда. Блин. Вот, метатели топоров, ребята. Первые, которые появились в своем роде. Ты смотри, что они. Они проходят, ребята. Потихоньку, потихоньку. Что это такое? Ребят, что это такое? Смотрите. Опа, опа, опа. Что с ним? Куда там? Куда он идет-то? Хе-хе! Девчулю какую-то освободили. Принцесса в беде, спасите похищенную принцессу. Ха, достижение получил. Так, ну что, тотем слабости. Нам нужно вот это, рассеивать любую магию. Так, дикари-охотники. Знахарь тут пойдет. Ёлки-палки, здесь тоже нужно сделать нам метатель топоров. Получается так. Ага, плевуны. Это у нас, ребята, плевуны идут. Так, ну, к ним лучше не подходить. Ну их нафиг. Пускай с ними тут разбираются наши башни. Кого вот здесь, может быть, сделать нам? Метателя топоров. Давай, наверное, здесь замутим. Потом, если что, вот здесь что-нибудь с вами сделаем эдакого. Ну куда ты разогнался, парень? Есть. Так, метатель топоров. Отлично. Нужно прокачать скилл. Тотем духов. Ну давай, 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 давай. Не хватает денег, ёпрасете. Отлично. Есть. Первый уровень. Эта башня вообще ни о чем, ребята. От нее толку ноль. А они проходят. Они... Еще и маги у меня не прокачаны. За все, конечно, хвататься, ребята, у меня не получится. Я не смогу здесь все прокачать. Но готов. Так, знахаря две штуки. Дикарь-воин, а здесь дикарь-воин и дикарь-охотник. Поехали. Так. Слушай, врагов все больше, больше, больше становится. Нет, 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 уйди оттуда. Там эти плевуны, с ними лучше не сталкиваться в ближнем бою. Только издалека. Так, надо прокачать, ребята, это не дело. Будем делать, наверное, с вами тамплиеров. Опа, ты куда это разогнался, паренек? Что, опять принцессу? Он так будет вечно выходить с ней? Слушай, мы что-то с вами здесь, по-моему, ребят, не успеваем. Наверное, надо делать форт арбалетчиков, да? И заградительный огонь. Это будет оптимально. Попытаемся. Будем сейчас расстреливать их. Так, деньги пока идут. Опа, опа, на. А вот это мне совсем не нравится. Это мне совсем не нравится, их тут очень много. Так, плевун, мы тебя укокошим сейчас. Ага, и вот этого тоже надо бомбануть, отлично. Ух, это была пятая волна всего лишь. Так, шаман земли, это плохо. И тут знахари. Елки-то палки. Шаман земли. Я до этой бомбарды, наверное, никогда не доберусь, да? Чтобы ее прокачать. 220 монет. Так, заградительный огонь нам тоже. Все нужно. Все нужно. А как нам это все сделать? Не знаю пока, если честно. Так, будем, наверное, прокачивать бомбарду для начала. Знахарь. Ребята, знахарь идет. Я делаю так. Ага, хорошо. 128 монет. Этого мало, очень мало. И не подбили мы знахаря, да? Смотри, вот как вот с ним совладать, ребят. Вот как вот с ним справляться? Вроде бы на нем нету никакого защиты, а все равно мы его... Отойди, пират, отойди. Иначе нас там раскатают с тобой.
И опять они под... А, нет, все, защита кончилась. Но он как подходит, вот сразу же включается, ребята, эта защита. О, вот это, кстати, классно, что у нас, ребята, здесь накопилось достаточное количество денег. Пирата ушатали. Ребята, они ушатали пирата мне. И это уже не смешно. Слушай, это не смешно, на самом деле, тебе говорю. Давай вот этого гаврика забомбите, пожалуйста, мне. Фух. Что делать-то будем, я не знаю. Башня некроманта. Башня некроманта. Наверное, нам надо будет некроманта с вами сделать. Опачки. Осы полетели. Ладно, раз осы, будем фармить деньги. Ну, где мои монетки? Где мои деньги? Эй, роднули? Этот, ребята, он, по-моему, отвлекает. Он появляется, и на него мои стрелки переключаются. Ушатали. Все, он хочет сбросить принцессу в огонь, в этот, сюда. Для чего, только непонятно. О, кстати, у нас с вами накопилось достаточное количество денег. Давай-ка я, наверное, вот эту вот буду улучшать башню. О, у нас, кстати, боевой мех же есть. Точно. Только сейчас про него вспомнил. Или же, нет, буровую платформу, наверное, все-таки лучше сделаем. Да, я думаю, что это будет оптимально. Так, ну давай, давай, есть. Она будет как раз вот эту дорожку, ребята, бомбить. Это хорошо. Здесь нужно такую же сделать, наверное, штуку нам. Кто там у нас? Дикарь. Ай, вот он, ребята, чернокнижник сейчас пойдет. Вот про него я вам и говорил. Вот он. Чернокнижник. Колдуны, сведущие в черной магии. Умеют понимать мертвых соплеменников. Средняя скорость дальняя атака и понимает мертвых. Вот, вот это вот плохо. Вот он. Ребята, вот он идет. Видите, что происходит? Он оживляет их всех. Поэтому, наверное, я вот сюда бомбану. Упал. Фух, справились, но это еще, ребята, не конец. Так, крепкий орешек. Восстановите 50 тысяч очков здоровья у своих бойцов. Даже так мы умудрились с вами сделать. Слушай, может быть, нам сделать башню некромантов? Нет. Горнила. Сила горнила нам нужна. Так, я жду, ребята. Вот он. Опять идет. Ай-яй-яй. Мне нужна магия. Во-во-во-во-во-во. Пошло, поехало. Быстрее расстреливаем этого, чтобы он тут не чудил больше. Переключились? Молодцы. Расстреливаем его. Пират, ты должен мне здесь подсобить. Есть. Хорошо. Потому что это самые противные чувачки, ребята. Вот из этого племени, блин, аборигенов. Так, у нас тут сила горнила прокачана. Давай вот здесь, наверное, с вами будем теперь улучшать. Шаман земли, чернок... Три штуки чернокнижника. А тут летущие всадники. Не было печали, господи. Три некроманта, ребята, здесь будет. Три. Тут-то, надеюсь, справятся они у меня с этими летунами. Так. Не понял. Какая еще аура защиты? Не надо нам никакой ауры здесь. Ну, подбей, подбей. Отлично. Так, сколько денег у нас? Хватает? Хватает. Буровая установка. Вперед, но нам нужно прокачать до силы горнила, чтобы поджигать. Он сейчас будет, ребята, резать. Видишь, оживляет трупаков. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас будет обалденная тут армия из этих некромантов. Ой, из некроманта, из нежити. Давай, давай, расстреливаем его. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Нет, еще живет. Вот, теперь упал. Пират мой на последнем издыхании живет. Вот так-то будет лучше. Но почему мы не поджигаем землю, ребята? Мне нужно, чтобы земля горела здесь. Так, смотрите, ребята, когда аура действует, да, он не может воскрешать. Это хорошо. Горите все. Так. Слушай-ка, нам нужно, ребята, где-то с вами... А что нам нужно? Я не знаю, что нам нужно. На самом деле, я хотел посмотреть у этого боевого меха. Летучий всадник, 11 штук. Поджигай землю, пожалуйста. Ага, ух ты.
Вместе с некромантом и шаманом там. Нет уж, так дело не пойдет. Так, давай, наверное, мы с вами будем стрелков, да, улучшать. 250 монет. Ну, вот так вот. Бегут, бегут по огню. Ха-ха, далеко не убежали. Так, зачикали. Отлично. Так, метатели топоров, я думаю, справятся здесь. Кстати, вот здесь тоже нужно прокачать заградительный огонь. А то как-то несправедливо. Опа! Опачки! Ребята, у нас, по-моему, проблемы. У нас, по-моему, проблемы с вами начались. Ёлки ты палки. Гори, упырь. Ну, забомбите, пожалуйста, мне вот этого вот некроманта. Не, и как всегда стреляет по зомбарям. Вместо того, чтобы... О, фу. Так, замечательно. Давай еще прокачаем. Солидно. Так, а я своих этих-то совсем забыл. Давай, ребята, наверное, мы с вами сделаем тамплиеров здесь, а то они тут заскучали уже, бедняги. Смотри, смотри, смотри. Идет опять, идет и хочет ее сбросить. Нет. Нет, 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 парень. Не вздумай ее сбрасывать. Гориллы. Ребята, пошли гориллы по всем фронтам. Я не понимаю, почему эта башня срабатывает так рано. Он же еще не подошел, а они уже начинают ее врубать, вот этот огонь свой. Но эту гориллу мы ушатаем, и эту, кстати, тоже. Опять. Ты посмотри, что, ребят, какая тут. О-хо-хо. Будет сейчас, наверное, хреновенько тут. Некромант этот выжил. Некромант выжил. Пират, ты где? Иди сюда. Чеши, что есть сил. Я боюсь, сейчас мне тут моего капиташку быстро ушатают, ребята. А моя башня будет плодить мертвецов или нет? Или она будет тут просто смотреть и любоваться? Ну, и что ты там встал? Иди сюда, всадник смерти. Так, ребят, по-моему, нормуль все. Фух, выровнялся. Кстати, это 11-я волна у нас. Так, прокачаем башенки наши. Сила горнила, конечно, хотелось бы до 3 прокачать. Так, опять осы? Ну ладно, а тут у нас всадники летучие. С осами, я думаю, справятся они. Вот здесь мне не нравится. Куда ты полетел, а? Орел, куда полетел? Что-то их тут слишком как-то много. Эй, осы. Так, может быть нам... Нет, давай-ка мы вот здесь, ребята, прокачаем эту башню магов. Оу, королева ос идет. Слушай, а почему я просто так стою и ничего, ребят, не фармлю? Деньги же просто пролетают мимо меня. Так, дай-ка я здесь место освобожу. Меня нервируют эти пеньки. Так, и давай поставим сюда, наверное, уже бомбарду. Я хочу посмотреть просто, что это за механическая машина у нас такая будет, появится. Так, ты посмотри, что происходит, ребят. Ну, вроде справляемся, да? Да, далеко они не улетят. А здесь, смотри, целый рой идет. 320 монет, сейчас накопим. Как раз вот эту вот волну всю истребим. Успеем, надеюсь. Никто не пролетит. Так, 375 монет нужно. 375 монет. Ну, вроде такие орды, да, уничтожаем. А деньги еле-еле идут в копилочку. Создайте все 8 специализаций башен. Фу, прикинь такой. Вот это, ребята, точно из Робокопа цыплак. А что он у нас делает? Так, жалящие снаряды. Стреляет залпами из 2 снарядов, которые всегда попадают в цель и наносят от 20 до 80 очков урона каждый. Сброс отходов. Сбрасывает масло, которое значительно замедляет наземных врагов на 2 секунды. Ага, понял. Понял, что тут, смотри, какая шарага идет, ребят. О-хо-хо-хо-хо. Так, секунду. Масло давай выучим. Все будем, ребята, с вами испробовать. Так, еще горилла ползет. Слушай, а знаешь, что прикольно? Смотрите, мои башни вот эти, когда делают скелетов, да, он не может их уже воскресить обратно, некромант этот. Это нам на руку. И это
установкой я не могу управлять. Я могу только ее, ребят, перемещать куда-нибудь. Ёлки-ты-палки, ты посмотри. Орды какие идут. Горите, горите, горите все. Главное, чтобы вот этот вот некромант, ребята, в первую очередь сгорел здесь. Да ну! Хорош, вы что, серьезно, что ли? Друзья мои, по-моему, у нас проблемы. Причем офигенные проблемы. Ну? Наплодил, а? Наплодил-то он здесь сколько их. Слушай, надо их уничтожать, ребята, как можно быстрее. Фух, вот так вот. О, смотри. Куда ж ты побишь-то? Решил спасти принцессу, ну ладно. Так, а тут, смотри, и шаманы, и кого тут только нету. Давай, давай, уничтожаем. Так, заградительный огонь у нас по полной программе прокачан, да? Шамана этого уничтожить. Есть. Так, птичек, слишком много птичек, ребята. У нас здесь летает. Так, башня Архимага. Надо сделать ее. Вот так вот. Опять идет, ты посмотри. Опять он идет. Прокачиваем в срочном порядке, ребята. Критическую массу. Это потому что массовый урон. О, вот тут классно горит. Шикарненько все. Слушай, ребята, очень, очень напряженно. Посмотри. Твою ж налево. Давай сюда, наверное, как-то задержим их маленько, что ли. А этот некромант все еще идет, а? Ты посмотри, он все еще жив. Есть, упал. Не-не-не-не-не, вороны, хорош. Фу, ребята, ждем. Это последняя волна сейчас будет у нас. Последняя. Не знаю, правильно ли я прокачал вот этот вот смерч. Нужен ли он нам? Ты видел, сколько там противников было обозначено? Офигеть. Ладно, давай посмотрим. Так, я здесь, наверное... Или вот здесь. Я даже не знаю, где... Ай! Смотри, орды какие идут. Естественно, как же без этих, без некромантов. Без некромантов здесь никак, ребята. Так, критическая масса. Так, подожги 20 врагов одновременно. Ничего себе. На шашлыки достижения, ребят. Ну! Твою ж налево. Ну, давай, ребята. Сопротивляемся как можем. Так, мне нужно этих прокачать, а то вдруг они сюда подойдут. И это будет не очень хорошо. Да какой же ты крепкий, а? Какой вот он крепкий. Этот лучник у меня еще не прокачан. Да какой я не это хотел. Ладно, фиг с ним. Пират мой, ребята, упал. Пират мой отдуплился, к сожалению. Ёлки ты палки ты. Посмотри, что происходит. Сможем ли мы здесь, ребята, с вами отстоять? Или мне придется магию применять? Так, здесь разобрались вроде бы. Вот тут вот. Тут вот как-то мне не нравится. Ладно, не будем пока. Еще терпимо. Там еще волны идут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друзья мои, у нас проблемы очень крупные идут. Смотри, что тут. Что тут происходит? И здесь то же самое. Ай, не знаю. Не знаю, ребята. Все, что можно, я прокачиваю, короче. Будет ли от этого толк, тоже пока без понятия. Но здесь разобрались, смотри. Здесь довольно прикольно все вышло. А вот тут вот как-то кисло. Так, у нас тут, у нас не прокачана чума, вот что. Это плохо. Ребята, ну, 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 дайте мне чуму прокачать, пожалуйста. Ну, хотя бы на один уровень. Или не надо? Или справимся? Слушай, по-моему, справились. Так, ходячие мертвецы, убейте 100 зомби-дикарей. Да я, по-моему, их здесь больше поубивал, чем 100. Последний, надеюсь. Ну, давай проверим. Получите 30 звезд достижения. Да, ребята, это был последний зомбик. Ух. Да, такая веселая миссия, мне понравилась. Эх. Адреналинчик, как всегда, зашкаливает. Так, ну что, ребята, мы с вами, наверное, прокачаем. Снижает время перезарядки особых возможностей артиллерии. То, что нужно, чтобы быстрее мы с вами могли использовать все. Когда же у меня уровень-то получишь, пират? Я хочу тебя прокачать до 10 уровня, а потом... Ох ты!
Диедры. Это кто такой? Это жрица, ребята. Так, позволяет Дидре телепортироваться, повышая защиту союзников поблизости на 10 секунд. Дидра получает небесную защиту от физических атак. Увеличивает запас здоровья Дидры на 30 очков. Так, освещает башню, увеличивая ее урон на 15% на 6 секунд. И до двух союзников восстанавливают по 25 очков здоровья с вероятностью 10% воскресить павших. Слушай, неплохо. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я буду закругляться. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush Frontiers. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.